Рыжик живет в Томске. Однажды зимой с ним случилась беда. Он обморозил себе при минус 40 все лапы, кончики ушей и хвост. Началась гангрена, и их пришлось ампутировать. Теперь Рыжик стал уникумом, потому что люди, подобравшие беднягу с улицы, не постояли за расходами и хлопотами, направив в новосибирскую ветклинику, где ему изготовили и поставили все 4 протеза. Новые лапки, сделанные из титана, прикреплены к костям, имеют губчатые переходники. Сначала Рыжик вел себя неуверенно, теперь бегает. Около года заняло планирование и изготовление всех имплантов для животного. На время изготовления у кота были временные протезы. Экзопротезы, которые получил Рыжий, по форме повторяют настоящие лапы. Недавно прошел завершающий этап операции на задних конечностях. После серии операций Рыжий, по словам хирурга, начал ходить и гулять. Самое главное, с ним все хорошо. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.